Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если не любишь бандитов. Здорово всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрич, и сегодня у нас невероятный танковый патруль! Да, ребята, всем привет! Что ж, террористы вернулись, они опять-таки угоняют свои фуры, автобусы для того, чтобы совершить теракт в Лего-Сити. А Лего-танковый патруль, как всегда, на стороже и, в принципе, должен уничтожить этих негодников. Да, на стороже именно танковый патруль. В общем, мы поехали! От вас, уважаемый... Буратино, так прозвал я этот танк, потому что он реально похож на Буратино. У него, насколько я помню, Буратино это вроде C-51 был. А у нас ИС-5. Я, кстати, насчет ИС-5 ничего не сказать не могу. C-51 это арта вообще, если что, братка. Так я знаю, но Буратос именно он был. Да, Буратос это он. Но у тебя тоже клюв, как у него там. Ну, блин, ну все-таки это ИС. Но он какой-то беспонтовый ИС, на самом деле. ИС-Буратос. ИС-Буратос, да. ИС-Буратос. Так. Окей. Ну, кстати, он вроде кочегарит, он вроде разгоняется, это уже хорошо. Но у него орудие очень жесткое. Ну, я не знаю, как ты меня будешь ловить, потому что у меня невероятно управляемый грузовичок, который носится просто бешено. Короче, тебе будет тяжело, брат. Мне главное попасть, слушай. И все решится в одно мгновение, братан. Так, хорошо. Я проехал через целую улицу, я красавчик. Все еще это время я ехал. Ты просто красавчик. Я видел, ты там стрелял где-то. Опа-опа-опа-па. Опа-опа-опа-па. Братан, блин, я не успеваю, братан. Черт. Че ты там? Да я немножко поворот проворонил, короче, я мог Ага, здравствуйте. Ты что, там врезался, что ли? Так, ладно, валим отсюда. Не, я хотел в другую сторону поехать, но увидел, что ты, короче, это... Повернул все-таки там. Тебе надо было ехать в другую сторону. Это был твой шанс, братан. Умереть. Ха-ха. Я углы, короче, сглаживаю, поэтому все нормально. Но у меня, кстати, он не сильно быстрый. Поэтому... Ну, опа, а! Проскочил. Рядом пролетело, да? Да. Я потому что на шару стрелял вообще, я тебя даже не видел. Это ты хорошо понимаю. Улетел прям. Да кого? 84 км в час максимальная скорость его. Ну, у меня 48. То есть он больше вообще не едет. Но у тебя еще снаряд этого патрона-то сколько? Я не знаю, насколько далеко бьет снаряд. А, я хочу сказать одно. Тут, короче, нестандартный немножко этот шасси, так скажем. Потому что здесь не колеса, а именно какие-то пластмассовые катки. Я так понимаю, что это вообще... блин, не знаю, с поезда, не с поезда. Но, тем не менее, за счет них вот он вот так вот херово едет медленно. Да ладно. То есть ну, на месте... как говорится, танковый патруль, какие танки вам дают, на таких вы ездите? Я где-то слышал твою жопу. Господи, он реально он медленный за счет вот этих колес. Хе-хе-хе. Давай, 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 ищи, лови нас, лови неуловимых пацанов. Неуловимых пацанов? Пацанчика. Эй, пацан, иди сюда, пацан. И пацан, пацан, пацан пацана увидит издалека. Это точно. Приходи пиво пить. Ой, привет, брат. А где ты? Я бы тебе сказал, но боюсь, что ты меня увидишь. Ой. Я тебя увидел. Увидел. Тут проблема не в этом, тут проблема... Я куда-то взад попал и меня убило. Я специально остановился, короче, у меня орудие просто шаталось, мама, не горюй. Я, короче, притормозил, навелся и... Бонь! Не попал. Да, промазал. Господи, ой-ой-ой. Я же говорю, у него пушка обалденная. Ты посмотри, как он разносит просто в щи. Да, ну ты меня выбил с первого выстрела, офигеть. Ну там, в принципе, одна кабина была, так что как бы сложно не было. Ну да, да. Но главное, что ты попал, главное, ты сумел поймать преступника. Ну и давай перейдем к следующей погоне. Да-да-да, погнали, ребят. Ну что ж, ребят, у нас самый настоящий дом на колесах, фургончики которого собирают бомбы. Ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха. А у нас супертанк, который тебе сейчас даст по самые уши. Я не знаю, что с твоим фургончиком будет тогда. Я не знаю, что будет, но ты, если меня сейчас в лоб встретишь, не стреляй, потому что я не знаю, где ты есть. Я... Тебе надо присмотреться, остановить нас, проверить документы, господи, не врезаться в дерево нам надо. Мы сейчас это и будем производить, да. Просмотр документов. Вы только не производите просмотр стрелянием в корпус. Ага, а то террористы неожиданно посыпятся во все стороны. Кстати, интересный фургон, но он очень длинный. Он длиннее, чем фура, блин.
Ну, сейчас мы посмотрим его. Господи, в городе танкисты стреляют. О, а я видел тебя. А я нет. Это хорошо. Это а значит, что, ты быстрый, что ли? Ну, нет. Нихера я араб. Я на 5 колесах боковых ехал только что. Вместе с прицепом. Да, ну хорошо, надо тебя хоть увидеть-то. Ёпти, мне уже не терпится посмотреть, что у тебя там за фургон-то. Меня тяжело не зови. Нихера у тебя там дуло. Длинное. Вообще длинное. Еще один буратос. Это не буратос уже. Это носопыр какой-то. Носопыр. Я прям даже не знаю. Опачки, а кто тут у нас? А ты не знаешь, что мы террористы, алло! Алло, балё! Сука, взял обычного человека, пристрелил. Алло, балё, ничего ты прям... Ой, господи. Вот так тебе. Ничего ты ко мне лоб в лоб выехал прям. Я ему еще главное говорю, ты меня увидишь, ты в лоб не стреляй. Ага! Не, ну так это было когда? А это когда сейчас было? Когда был, ты даже не знаешь, что мы террористы еще. Ладно, ну все, сейчас узнал, да? Я не знаю. Я же узнал, что вы террористы. Ты только что устроил геноцид. Ладно, прячься, епси. Дадим прячься тебе еще ты, шанс. За тобой уже военная полиция выбралась. Я сам как военная полиция. А, ну да. Это, короче, дезертир от танки сразу видно. Никакой не лего-танковый патруль. Да. Ну, кстати, он довольно-таки, ну, медленно разгоняется, но максималка у него 90-100 есть примерно. Ага. Агрессивный молодой человек, я понял. Очень агрессивный, очень. Не, мне просто интересно, что будет, если ты будешь стрелять именно сначала в задницу. Насколько он прочный. Сейчас проверим. Он, кстати, когда раскочегарится, он неплохой. Да я мимо тебя проехал, поэтому... Господи, симулятор дальнобойщика просто. Блин, что-то я нифига тебя потерял. Алло. Ай-яй-яй. Но если я выйду опять тебе в лоб сейчас, то все, тебе хана. Ну, типа того и происходит, но я вот так. Здравствуйте, уважаемый. Уважаемый. Как у вас дела там? Господи, господи. Вот тут мне нравится, что ты косой. В смысле, я попадаю уже? Ты перед собой стрелял. Почему-то. Ну, это значит рассинхрон, я в тебя чисто попадаю. Да? Да. Ну, когда я коснулись, посмотрю. Нет? Ай, твою мать! Вот видишь, он, я с тебя стреляю, а он куда-то... Вот, сейчас попал же? Вот сейчас попал же? Понятно. Ну, почему? Ты у меня не едешь, ты у меня дрифтишь боком. Так, ладно. Вот сейчас попал же? Да, вот сейчас попал. Дрифтит боком, вы просто видели, да? Он дрифтит боком. Вот сейчас попал же? Наверное. А сейчас попал? Наверное. Вот видишь, вот все пошло... О, господи. Господи, все ты что ли? Нет. Мы скинули балласт. А, я понял тебя. Слушай, а он прикольно смотрится, такой грузовичок. Такой мини-фура, вот серьезно. Мини-фура. Ой-ой-ой, я думал залетит сейчас в кабину тебе. Залетай на пати. На автопати. Тоттерхом называется эта хрень. Попал! Как ты промахнулся. Как ты промахнулся. Просто как мне повезло. Ай, аккуратней. Че, опять что-то не проходит урон? Да, в дом проходит. Да, господи. Ай! Восстановился. Господи, два колеса осталось только. Он едет еще как-то. Все, приехали. Стой, стой, не взрывай. Ко мне подъедет, я прикол покажу. Нихера, я вышел. Ой-ой-ой, что происходит? Я за городом вышел. А где он? А, я вот вообще он. Не понял, где ты вообще? Я за город улетел. Смотри, смотри, смотри. Тормози. Че там? Колесо полетело. Заходите на чай. Ой. Дверь отвалилась. Алло. Давай, садись рядом. Да ладно. Ты понял, что произошло так что? Че? Ты на улицу выехал из фургона. Нет. Я там сижу. Не-не-не-не, ты посмотри. Ты посмотри, насколько это агрегат охеренный. Как оно работает, стой. Так, дверь наконец-то целая. Так. Комната, она типа увеличивается, ты понял? Ну-ну-ну. Нихера себе. Я вижу, да, как она выезжает, типа ресторанчик становится, да? Да-да-да-да-да. Продавай теперь апельсины, я на твоем танке поехал. Да, это точно, братка.
Не, ну получилась довольно-таки неплохая погонька, и фургончик у тебя крутой, конечно, был. Не, он вообще офигенно, тут еще кнопки есть внутри, А, это свет. Эй, че? Хватит стрелять? А сзади еще. А, обалдеть. Вообще офигенный фургон. Прям вообще обалденный. Здесь какие-то стойки. Ну, это типа... гаража что-то, похоже. Шины запасные. Ну. Нормально, блин, ну офигенно, слушай, нормально. Офигенно. Я здесь посижу. Эй, ты куда, брат? Дай мне зайти. Алло. Кыш. Ох, какой зараза. А-а-а, я перезаряжаюсь. Мой труп зато теперь вне законов физики и вне фургона. Господи, а что меня так телепортит вообще? Ну это вообще нормально. Я когда из него вышел, приземлился этот там за мостом. Да, ну я думаю, надо по нему все-таки еще разочек шандарахнуть с нашего танка. Живодер. Вот так вот его. Сейчас мы только восстановим вот так, во. Просто офигеть. Кстати, ну задница у него довольно-таки прочная. А ну вот, да, он как бы нормально так-то. А вот это место прям смотри, как рассыпалось. Ай, ты меня жопой задавил своей. Господи, где я? Верните меня на землю! Меня похитили. Не, нормально, но мне кажется, если вот это здание сейчас упадет по красоте, то будет вообще реально круто. Давай в здание стреляй. Какое? Вот, которое рядом стоит с этим грузовиком, да-да-да. Кстати, у танка перезарядка быстрее, чем ручная РПГ, это странно. Ну у тебя херовая РПГ просто. Не, у меня скилл херовый, походу. Ты скилл не прокачал, что ли? Ага. О! Траданс! И ты вылази давай. Пошел. Ребятки, вот такой танковый патруль был. В принципе, довольно-таки весело, интересно. Если вам понравилось, то обязательно пишите в комментариях. Ставьте свои жирные лайки. И, в общем, увидимся в следующей серии. Да, ребята, спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Пока-пока.